Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Я нахожусь на проспекте Ауэзова. Здесь весной мы были возле топографического техникума и новой мечети. А сейчас пройдем по улице. Посмотрим, что изменилось. Вот здесь был детский сад. Сейчас построили большой магазин «Сулпак», «Смол», «Евромебель». Ну, много всяких торговых домов. От техникума пятиэтажное здание – это общежитие топографического колледжа геодезии и картографии. Елочки такие выросли. Раньше здесь было пустынно, ничего кроме этого здания не было. Девятиэтажное здание – это магазин «Тысячи мелочей». Сейчас магазина «Тысячи мелочей» нету, но там расположилась фирма «Мечта», магазин «Мечта» называется. Продают технику, холодильники, телевизоры, посуду, сковородки, кастрюли. Вот с этой стороны общежитие еще не облицовано или уже облетело. И здесь вот дом такой. Внизу магазины. Напротив «Тысячи мелочей» бывшего вот такая панельный дом. В этом доме оптика, магазины модной женской одежды. Ну, везде у нас на первых этажах сейчас магазины. Еще немножко сохранилась листва, но почти все деревья опали. Вот, где было «Тысячи мелочей», сейчас магазин «Мечта». А напротив магазин продуктовый «Яна» называется. А вот в этом пятиэтажном доме раньше был магазин «Глобус» книжный. Сейчас это типа рынка. Тут продают продукты, овощи, фрукты, промышленные товары и магазин «Фикс Прайс». А вот с этой стороны «Яны» мини-маркет. Магазин «Яна» позади, и к нему вот такие «Мереке». У нас в каждом районе есть такие базарчики «Мереке». «Тысячи мелочей» остался позади. Здесь вот сделали остановку «Тысячи мелочей». В советское время не было. Вот пятиэтажный дом. Мне кажется, вот в этом доме был магазин офицерский. Ну, я точно не помню. Сейчас внизу сплошные магазинчики, кафе. Вот «Тысячи мелочей» остался позади. Вот здесь такие дома. Два одинаковых дома многоэтажных. И там вот красный дом. В советское время, я помню, там был обувной магазин. Сейчас центральная аптека написана. И еще там ткани, по-моему, магазин ткани. Я перешла на эту сторону. Здесь вот домашний текстиль. Потом кафе, семейное кафе. И вот обувь с этой стороны. Вот этот дом, мозаика сделана. Дети с мамами. Стоят голуби. Такая вот панорама. А с
с этой стороны пятиэтажные дома. Этот большой дом, он примыкает уже, там территория океана. Я уже подхожу к океану. Дом с мозаикой, а здесь находится школа, 30-я школа. Общеобразовательная 30-я школа. Школу закрывает вот этот дом, панельный, пятиэтажный. А там вот синюю полоску, белую синюю полоску, это бывший магазин «Океан». Сейчас это рынок. В этом крыле дома был продуктовый магазин. Сейчас Сбербанк. Вот сейчас я стою напротив океана. Здесь такая площадь и памятник нашему писателю Ауэзову. Вот этот дом, где был продуктовый магазин. Вот это новые дома. Тут парк. Синема-парк называется, кинотеатр. И вот памятник Ауэзову. Здесь находится детская площадка небольшая. Вот такой обзор напротив. Точно такой же дом напротив стоит. Вот ближе всего к океану. В этом доме сейчас такая связь новая. От океана. Сегодня такой ветер. Я зашла за ветер и покажу. Там пятиэтажка, она уже ближе к новостройке. Вот этот большой дом остается позади. Пятиэтажка. Сегодня такой сильный ветер. Наверное, будет не очень хороший звук. Так, здесь находится многопрофильная гимназия имени Шакарима. Вот она, во весь рост показываю, пока нет ветра, и пятиэтажка напротив. Вот это старое здание школы, я помню, сейчас оно отреставрировано, в этой школе работала моя мама. Вот здесь вот школа располагается, сейчас спросила у женщины, она сказала, 5-я гимназия. Тоже ближе к новостройке. Дальше вот новостройка. Вот эти дома уже к новостройке. Сегодня у нас, видите, собирают ветки. Пилили ветки. Вот там где многоэтажный дом, это уже новостройка. Здесь пятиэтажные дома. Там этажный большой дом. Вот это школа, новые дома. А вот этот дом, смотрите, панели, там тоже орнамент казахский. И тут во многих домах советских были вот такие панорамы. Здесь тоже находится панорама, прославляющая и рабочего, и колхозника. Видите, там в виде барашек что-то стоит, колесо. Прославляли рабочий класс. Вот этот дом с панорамой. Я перешла через дорогу. Девятиэтажный дом. Идем к новостройке. Вот здесь очень хорошо видно новостройку, дома. Там кафе в виде юрты.
здесь вот парикмахерские, аптеки, кафе, рестораны. Начинаются рынки, новостройки. Которые были построены в 90-х, 2000-х годах. Вот там остановка город, а здесь вот остановка из города. Здесь 1 октября открылся Фикс Прайс. Там вдалеке виднеется Южный. Вот остановка в город напротив. Позади рынок Женосемейский. И вот магазин Южный. Сейчас это не магазин, а здесь торговые точки находятся. Сейчас каждый квадратный метр стоит тут бешеных денег, поэтому все застроено торговыми точками. Вот весь базар Женосемейский. Здесь продают все. Можно и не ездить в город, все купить здесь. Я стою посредине проспекта Ауэзова. Вот такая панорама. Заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Будьте живы и здоровы!